водитель готовится к процессу, это безопасность осуществления перевозок и транспортной услуги. А что случилось? Сказали. А что, не дашь, что ли? У меня работа такая. Нет, а в чем причина-то? Я еще не понял. В чем дело? Ты пришел на выдачу бюллетеней. Мы ее пригласили сейчас, когда... Ну, а в чем причина? В чем дело-то? Я не знаю, о чем вы толкуете. Мне сказали. Кто сказал? Я работаю. Кто сказал? Сейчас, там получишь наверх. Да? Хорошо, ладно. Пойдемте. Здорово. Здрасте. Здрасте. Юрий Александрович. Я здесь. Вы разрешение получили? На что? Человек снимать. А в чем? От людей. У нас публичные люди. Нет. А где здесь у нас? Нет, подождите. Кто у нас публичный человек? Нет, подождите. Администратор. Кто у нас публичный человек? Извините, пожалуйста, будьте любезны. Вы покажите, где это написано, что запрет какой-либо есть. На осуществление видео аудио записи. Здравствуйте. Да, слушай. А вы что не знаете? Время сколько? Секретарь у вас была на учёбе, знает все. Секретарь у вас была на учёбе, нет? Прямо сейчас. Извините, Юрий Александрович, вас пригласили на выдачу открепительных, выдачу... 10.30. 10.30. 10 часов. В 10. Аудиозапись у меня вот, есть. Вот сейчас, пожалуйста, выключите. Нет, потому почему? Что процесс... Я, весь процесс у нас открытый. Даже судебное заседание... А процесс еще не начался. В чем причина? Нет, я сейчас тебя не понимаю. Вы нарушаете порядок? Я нарушаю. Так, покажите, пожалуйста, мне. Где, вы в чем? Не имеете права без нарушения. Где написано? Где написано, будьте любезны? Юрий Александрович. Да. Теперь, будьте любезны, покажите мне, пожалуйста, действующий закон, где запрещает данное осуществление видео-аудиозаписи. Будьте любезны. Пожалуйста, на участке. Где написано, Василий Ильич? Будьте любезны, на камеру. Нет уж, извините. Понял. Ну, видите, если руководитель территориальной избирательной комиссии так... О, Кузнецов. А по какому праву вы меня считаете? Вы публичный человек, я вам не разрешаю. Вы главный специалист молодежи? Это мои личные, персональные данные. Я вас я не разрешаю. А нигде не написаны персональные данные? Я не разрешаю. Ну, вас, хорошо. Суд, обжалуйте. В чем проблема? В чем проблема? Доступ к информации давайте я имею. Как... Давайте. Давай. Будьте любезны. Я согласен. В чем проблема? Вы не согласны, это другой вопрос. Серёга, кто пришел на сегодня? Время 9:50. Не знаю, что там творится, знаете, что, понял?
А что творится? Я не знаю, куча народа. Куда сюда? Идите, пожалуйста. А, приглашали на 10 часов? Но это сюда. Без 10. А, нам туда, да? Да. Или сюда? Нет, здесь. А, видишь, уже подтасовки еще. Представители власти. Один вопрос к нам. А это вот здесь. Это вот туда, да. Здесь? Да, да, да. Да, наверное. Уже выносят, да. Одна на лишнюю понесли. Лишнюю бюллетень понесли, наверное. Ну что? Топы и пчеловы. Как понять, как Единая Россия выиграет выборы? Хотим докопаться, довести. Руднева, поясняю, на 2 минуты часы отстают. Видно? 9:54. А у тебя выключился? А, ну да. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Фактически 9:56. У нас кандидаты депутаты от Единой России ближе к мэру. Это замечательно. Да нет, а почему? Все-таки надо зафиксировать это хотя бы. У нас с какой стороны смотреть эти полугла. Что, мы подожгли бюллетени по дороге? Нормально. По дороге все будет. Только картинка как-то. Вот и наша. Так, ну что будет? Можно, что ли? Пошел. О, спасибо, спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Все-таки. Мы там. Мы здесь сказали, проходи. Вот мы здесь стоим. Пожалуйста, там. Стойте. Все. А я должен фиксировать. Вы видите? Нет, я должен фиксировать. Пожалуйста, все в пределах видимости. Вот сюда вставайте. Давайте пройдем на второй. Вот сюда вставайте. Сейф здесь. Сейф у нас вот здесь. Сейф принесем с собой. Да. Значит, вы получаете бюллетень. А вы вызываете, вот он. В пределах видимости. Еще раз. Снимайте. Сюда, пожалуйста, бюллетени. Вот 1000 штук по дополнительным выборам. Только мы смотрели, а что там? Ну, да, а когда считали? Да. Пересчитать, если хотите. А мы, да, мы хотели посмотреть. Да. Ну, мы сейчас на участок придем, там, наверное, да. Хорошо, мы будем участки распечатывать. Ничего не будем. Скажите, а как мы можем посмотреть? Покажите. Открывайте на участке, я распечатать ничего не буду. Давайте тогда мы сейчас еще раз. Или мы сразу, чтобы не задерживать нам этот, уйти в территориальную комиссию? Нет, да, да. Это очень опасно, Марина Викторовна. Вопрос такого характера. Какие-то степени защиты есть, имеются вот здесь. Будьте любезны, поясните, пожалуйста, для всех присутствующих. Бюллетень считается здесь так. Во-первых, бюллетень установленной формы. В нем проставлена печать избирательной комиссии избирательного участка, две подписи членов комиссии с правом совещательного голоса, ну и специальная бумага, которую подделать. Специальная бумага, в чем она заключается? Она получена с типографии
более подробнее, пожалуйста. Там мы не производим данный образец, мы его получаем. Ну, нет, просто для всех присутствующих. Поэтому мы за его извините, процесс изготовления не можем комментировать. Вот. Ну, все-таки вы специалисты, скажем так, Федеральной избирательной комиссии. Специалисты, которые производят данные людей, это вопрос к ним. И вот выборочный, Владимир Васильевич, можно вот сам, вот середину или как выборочный постановление? Да, любой, посмотри там. Нет, посмотри выборочный постановление. Так, минуточку, да, близко не надо. Мне предложение было. Ага. Точно так же. Нет, я сейчас могу стопку открыть, пожалуйста. Это для счета, для выдачи каждого члена. Могу каждую пролистать, показать. Да мы не сомневаемся, что здесь количество сойдется на данном этапе. Да, бумага действительно подтверждает, что бумага специальная. Хорошо. Количество вот 1000 штук с каким расчетом предоставлено здесь? На количество избирателей. Сколько количество избирателей в данном участке? Количество избирателей у нас 1000 человек. Точно. Не плюс, не минус. Ровно 1000? Нет, у нас ну, они, это пока точные цифры будет сегодня на момент голосования. Еще мы сведения ждем из больницы. Угу. Да, в 6 часов точные сведения будут. Хорошо. А так, согласно закону, избирательные бюллетени выдаются от 70, не менее 70% и не больше 101,5%. А на данный момент изготовили, так получается, по вашим словам, если у нас 1000 с чем-то, а 1000 штук изготовили, видите? Нет, у нас изготовлено 1080 бюллетеней. Передаем комиссии 1000 штук. А 80 штук куда они будут? 80 штук будем гасить здесь, да. Если они не понадобятся, день выборов. Так, Ирина Александровна, ящики. Сейчас. Так, фонарь садится. Нет, ничего не вообще ничего. Каким-то образом. Или так вот, на скотче все. Чтоб сейчас мы сли. Все ключи у комиссии. Так, сейчас бюллетени будут сопровождаться сотрудникам. Да мы не сомневаемся. Да. Они уже здесь. Сейчас что, поедем с тобой туда? Сейчас. Списки посмотрим. Да. Там куча работы. Да. Да, пойдем. Да, подожди, пусть они уйдут, мы отдельно. Нет, мы посмотрим. Все, красавцы. Вот ящики. Первый ящик прошел. Так,
Вам Васильевич, помаши маме ручкой. Время. 10:21. Да. Сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Видишь, какая беда? Вот здесь будут сидеть, вот это все для наблюдателей. Остальные, видимо, будут стоять. И стул читали, молитву тебе дали, детского сада. Сейф хранится здесь. Вот и сейф наш. А сколько денег? Елена Александровна. Елена Александровна. На федеральный помещается. Когда Жуган Юрьевна спросим, вот эта вот дверка может быть там, вот под шлюком можно, да. Галина Юрьевна, Галина Юрьевна, а у нас есть ключ от нижнего? От нижней полки? Надо. Поперек тоже он не подрезет. Он ключ-то как-то есть, но я здесь ключ. О, спасибо. А он у нее забрал, по-моему, все ключи. Магазина. Что-то не предполагали, не зрительно или визуально. Ну нет, сейф-то есть еще у нас один. Он большой, просто его сюда не притащить никак. Вот так вот закрываем, да? Где у нас от того кабинета ключ? Кто от них будет наблюдать? Чего-чего? Не пустите, нам это не надо, ничего. Да? Вот эти самые скатерки можно подскатывать и оборудовать. Да, да. Ну, вообще, честно говоря, чисто наблюдаем, мы отношения никакого не имеем к вашим документам. Следовательно, председателя территориальной избирательной комиссии, они не удостоверились во всем. То есть... А? Они должны были убедиться в этом. А ключи где будут храниться вот эти? От председателя? Председатель кто? Не ночуют, я председатель. А вы председатель, да? Имя, отчество, фамилия? Забурдаева Елена Александровна. Все, замечательно, Кузнецов Георгий Александрович, очень приятно. Все я. Я думаю, просто вот туда, думаю, унесут. Нет, все нормально здесь, да? Нет, все. Куда унесут? Ну, я ответственная за этот участок. Вопросов нет. Вопросов окей. Это вы думали, это старому человеку сюда принес? Ну, потому что тут... Отсюда, видишь, что? Нет, надо сделать. Конечно. Это надо завтра, наверное, как? Ну, надо сегодня сделать. Из чего сделать? Давайте вам сделаем. Нет, видите, вот тут должна быть дырочка. Чтобы было. Стеночку какую-то с дырочкой. Мужчина должен быть, конечно. Если он попозже придет. Что звонила? А то завтра будем, надо начинать. Не переживайте, завтра начнем на работу. Все будет хорошо, не настраивайте. Только в картинках. Давайте поднимем. Вот я на
Ну, это еще я как не... А ничего страшного нету? Я не разглашаю ничего такого страшного? Какое требование? Техника такая, что она приближает. А, я думаю, требование. А нас вообще снимать не надо. Я вот не буду снимать. Да? Суд наш справедливый, пожалуйста. Нет, а почему вы меня снимаете? Я против. Так, так, на каком основании, товарищ мэр? Как представитель человека? Власти, будьте любезны, объясните, пожалуйста, как кандидату в депутаты. Изображение человека является конфиденциальным. Все, хорошо, так, мне будьте любезны на законном основании, сейчас присутствие, где сейчас, Кружнев Владимир Васильевич придет, сейчас и объяснить, хорошо? Владимир Васильевич, зайдите, пожалуйста, тут уже спор какой-то прямо возникает. С Единой Россией. Будем... Очень внимательно слушать. Не, как представитель власти. Чего вы говорите? Вот как представитель власти. Ничего есть. Как-то. Средства массовой информации. Пожалуйста, через наши. Нет, я кандидат депутата, я не то. В чем дело-то? Женщина сказала, что она не хочет, чтобы ее снимали. Она... Александр сказал, что нет, я буду снимать ее, потому что у нас самый гуманный суд. А люди у нас публичные, они знали, куда идут. Да, да, да. Помашите, Марина. Так, давайте шум устраивать не будем по этому поводу. Вот это о чем речь? Если вы снимаете, да, я общественный порядок не нарушаю. Так, минуточку. Я за него. У нас пришел корреспондент сегодня, да. Она сидит, она и видеосъемку производила, и фотографировала. Сидит она с одной точки, снимает, в участке не передвигается. А я что это сказал? Никаких претензий совершенно у нас нет. Ну все, это вопрос. В смысле, так запрещает видеосъемку проводить, что ли? Нет, давайте мы будем фиксировать. Здесь преступление совершается, уважаемый майор. Мы вам официально об этом заявляем. Ну не важно, какой службы. Так, минуточку. Давайте я еще раз объясняю. Если вы будете видеосъемку, пожалуйста, на одной точке не передвигаюсь по участку и не приближаюсь. А мы не нарушаем порядок избирательной комиссии. Мы не нарушаем порядок. Я понимаю, что вы не нарушаете. Нигде не написано, что с одной точки. Визуально. А вы что, а визуально, пожалуйста? Ну, мне не дали такое. Визуально? Вам дали. Хорошо. Хорошо. Каким образом будем фиксировать это обстоятельство? Вы согласны составить акт? Вы просто ваше снимаете? Я снимаю, снимаю. Вы сначала предъявите нам список, пожалуйста. Перед Тимовичем, Татьяне Александровне. Дом 2, квартира 67. Есть она у вас? При уточнении спит. А так, минуточку, а мы сейчас будем вопрос уточнять? Мы не будем нарушение в ходе выборов. Заявление. Это не нарушение в ходе выборов. Сейчас мы разрешим. Это ошибка при составлении списка. Вы ее признаете. Мы должны признать эту ошибку. Мы не паспортный стол. Мы комиссия, которая представляется. Когда? После выборов? В работе комиссия сейчас решает. Вот идет информация о фальсификации выборов. Поэтому мы вынуждены вести себя соответствующим образом. Вот в этой школе, например, не надо меня снимать. А что такое? Не надо меня снимать. А что проблема? Девушки не хотят, чтобы их снимали. Девушки не хотят, чтобы их снимали. Я вам еще раз говорю. Второе предупреждение вам. Хорошо. Вы гоняете? А чем вы гоняете? Пока не буду я вас гонять. Да? Пока я вас не буду гонять. Тогда балкон не получите. Никогда. Вы меня оскорблять сейчас вынуждены? А вы сейчас как со мной разговариваете? Может, балкон вы что сейчас разговариваете со мной? А что? Я не сказал, что разве? Давайте начнем с того, что
если кто-то что-то требует, то надо с точки зрения закона. Конкретно. Нет, вначале можно сделать, а потом... Нет, я не говорю. Вот сейчас возмущается то, что запрещено снимать руку. Статья закона должна быть. Сейчас говорим, вот девушки сказали, чтобы их не снимали. Только об этом разговаривали, правильно? Где здесь в этой ситуации запрещение в каком-либо законодательном акте? Сказали, что их не снимали. Я сделал предупреждение. А где закон прописан? Я что-то не понял. Почему тут закон прописан? Это конфиденциальные, конфиденциальные. А где написано? Если на они отказываются. А где прописано, что можно? Не написано. Где написано, что можно? А где нигде не написано, что нельзя? А где написано, что можно? Вы представитель власти, и будьте любезны, вы давайте не надо таким новым лавировать. Вот каким лавировать? Вы лавируете. Напишите. Описываю. Точно скажите. Описываю еще раз. Если человек не желает, чтобы его снимали, на основании каком вы имеете право его снимать? Почему он не должен? Почему? Вы в общественной бане можете снимать, что ли? Могу. На основании чего? Если желаете. О чем вы говорите? Баню давайте мы не будем путать с баней, понимаете, избирательный участок. С вами-то, конечно, можно, не будет ничего. Сейчас вы мешаете просто работать. Кому мешаю? Я стою, молчу вообще. Ничего сделал. Я что сказал? Я за тебя. Давай, удачи. Я что сказал-то? Вообще стою, молчу. Это вы... Ну, ты снял, что хотел? Ну, конечно. Если сняли, все, перестаньте снимать. А, нет, я стою, молчу, вообще стою. Стойте, молчите. Ну, а что будет? Я трудно планировал следующий. 4 декабря 2011 года. Нахожусь на избирательном участке. Номер 157. В настоящий момент вынужден констатировать, что нам препятствует в ознакомлении со списком избирателей по дому номер 2 второго микрорайона, квартала. То есть дома номер 3, квартал маслозавода. Нам стало известно, что в частности в списке находится внесенный как избиратель Витлимычева Татьяна Александровна по адресу 2 микрорайон дом 2, квартира 67. Председатель комиссии препятствует нам в ознакомлении со списком и установлении данного факта. Хотя факт этот она признала и на камере это зафиксировано. Объяснение дает невнятное. Пояснить о том, каким образом данное лицо оказалось в списках, она не может. Списки предъявить для обозрения отказывается. Вот в присутствии остальных наблюдателей происходит данное событие. Так. Я усматриваю в этом нарушение как прав кандидата в депутаты, так и нарушение закона о выборах Российской Федерации. Намерения председателя комиссии были видны еще утром, когда нам отказали в ознакомлении со списками. В ознакомлении с реестром для голосующих по дому мне было отказано еще вчера. В порядке объяснений было сказано, что я как кандидат имею право только визуально ознакомиться со списком голосующих на дому согласно реестру. В руте я не имею права получить. На мой звонок в городскую комиссию, председатель комиссии Дмитриев занял такую же позицию и заявил, что я имею право наблюдать только визуально какие-либо документы, что является нарушением, как главы 5 закона о выборах местных советов. Да, да. Ну, мы знаем. Уважаемый Владимир Васильевич, да, давайте потише, пожалуйста. Хорошо. У вас очень хлопотная работа. Я вижу, какая у вас хлопотная работа. Вы за нее, очевидно, получаете хорошие деньги за такую работу. За фальсификацию выборов в том числе. Так. А не зря мы потом разберемся. Ничего, мы узнаем завтра от школьников, как за них проголосовали в третьей школе учителя. Здесь не это уже у вас а я просто объясняю. Разборы, вы я объясняю, да. Вас... Я объясняю, какой будет скандал. Так, в настоящее время составляем акт. Все. Так. Спасибо большое.
Заявление, да, конечно. Давайте. А вы хотите, чтобы я отвлекся сейчас и все оставил здесь как есть? Я сейчас не буду писать. Я после выборов не пишу. Сейчас же, зачем? Сейчас выборы, ну, не надо наблюдать, а то тут еще дача, неизвестно, что будет. Сейчас я открыл, сейчас выборы. Я записываю на диктофон. Он записывает на карту. Объяснение. Объяснение? Вы хотите, чтобы я сейчас пошел с вами по вашим требованиям? Да. Я сейчас на выбор. Да, хотите. Ну, выбирается, пожалуйста, вот это я. Я вам ответил, что я напишу заявление о нарушении закона о выборах. После выбора. Скорее всего, завтра утром, не сейчас. А сейчас, пожалуйста, вот зафиксируйте хоть на режиме съемки, видеосъемки на аппарат. Да? Пройдите тогда туда, без тучки есть. Ну, я предупреждаю, что долго я не могу. Заметно? Молодцы. Только не мне вот эти вещи делать. Это еще это. Нет, это вы мне угрожаете. Что, еще снимаете, что ли? А то что, снимаете, что ли? Погромче, пожалуйста. Нет, не согласен. Нет, согласен. Сейчас
сейчас начинает нагнетать обстановку, из-за этого начинает повышение голоса. Комиссия работы должна в тишине. Вы этому препятствуете. Обратился я расписался, значит? Сейчас узнаем адвоката. Владимир Николаевич, руководитель группы, пожалуйста, не надо. Правильно. Пусть скажет на видеокамеру. А вы не можете нам сказать на видеокамеру? А что, нельзя, да? Здесь там помещение уже закрыто, там другая территория. Что? Это не для Единой России сейчас. Можно, а нам нельзя. Нет, а Единая Россия может там? А что, а кто там? Я вам спрашиваю человек. Спрашиваю человек в отдельном помещении. В отдельном помещении. Мы никому не мешаем. Человек опрашивает в отдельном помещении, которое не является помещением для голосования. Куда комиссия убежала? Что случилось? Пора отвечать. Thank you.
катастрофа. Что случилось? Не знаю, что случилось. Это от меня. Это от меня. Видите, понимаете, отец у меня Александрович. У вас сейчас, извините. Да, потому как уже путаете меня уже Александром Георгиевичем и так далее. Ну, прошу прощения. Это, ладно, вот это у меня персональная... персональная извините, вот все. Теперь, будьте любезны. На меня не направляете? Нет, почему не направляете? Меня уже путаете. Нет, не включен, я просто так стану. Все направления нет, у вас не включены. Вот, можно я удостоверить, что у вас камера не включена? Нет, это имущество. Это мое имущество. Я понимаю, что это ваше имущество. Можно я удостоверить, что ваша камера направлена на список избирателей? Я сейчас на данный момент никуда я не направляю, видите? Я вот куда я смотрю, вот туда. Вы вот туда и сюда. Все направления у меня включены. Можно я удостоверить, что ваша камера не включена? Исправить? Почему нет? А? Прежде чем вы вошли на участок. Подождите. Подождите. Прежде чем вы вошли на участок, я вообще должна была обязана в присутствии, значит, представителей правоохранительных органов проверить. Так. Вашу камеру, да. Так, в чем? Мы этого не сделали. А кто вас знает? Нет, а теперь вы, значит, ее нам не показываете. Вы направляете на список. Сейчас вы смотрите сюда. Присутствие теперь. Да. Сейчас вы сюда. Я не возражаю, что вы проверили присутствие всех. Вскрыли. Теперь куда мы направляем камеру? Так, отойдите, пожалуйста, от списков. Я тащу. Отойдите от списков. Иначе я приглашаю еще, мы пишем одну жалобу. Пишите? Да. Почему ваша камера направлена на списки? Камеру вы не даете нам осмотреть, включена она или нет. Не надо провоцировать вот такие вот действия в страну работников. Так, так, хорошо, хорошо. Все. Говорите, говорите. А чего говорить-то? Нет, еще раз. Снова. Пишите. Пока еще отсюда никто не ушел. А я не собираюсь уходить. Такие документы я захотел зачеркнул, подписался, я думаю, это не действительно. Что вот таким образом, мотивированный ответ, будьте любезны нам, отказ мотивированный. Мотивированный отказ сделайте, пожалуйста, письменно. Почему вы зачеркнули, нет, мотивированный и отказ, мотивированный отказ, будьте любезны. Письменно видите все претензии, или потом посылку в обочине на видеосъемку. Ну, запрету, пожалуйста, что вы понимаете. Но, нет, у вас в данной ситуации вызывает сомнение волеизъявление Кузнецова по допуску этого человека к работе комиссии. Мы это будем прилагать, это и тоже будет смотреться. Так. И нам скажут, почему захотели зачеркнуть. У вас сомнение в том, что Кузнецов желает этого человека привлечь к ответственности? Нет, у вас есть сомнения? Кузнецов, подтвердите свое намерение этого человека. Я уже пытался подтвердить присутствие, хотя перепутали мое имя и отчество уже, члена избирательной комиссии на данный момент, Александр Георгиевич мы назвали. Я пытался убедить в нем, что я Георгий Александрович, не Александр Георгиевич, пытался... Я извинилась перед вами, ну, вот все. Я пытаюсь сказать, допустить, что в качестве моего представителя, данного гражданина, будьте любезны. Наблюдатель. Ну, наблюдатель, да. Так, ваше исправление мы считаем недействительным, нас не консультировали. Зачем, да, другие записаны рукой?
например, рукой. А вот он пишет, не висит. А так здесь он просто не... Их уже зафиксировали. Просто после багажа, да, у тебя когда... Александр, всем бы написал. Ну я стою здесь, видите. Thank you.
будущего, как полагалось бы. Мне хотелось бы сейчас собрать собрание, избирательную участковую комиссию номер 157 по поводу, я думаю, догадываетесь, вот невозможность, скажем так, я предполагаю дальнейшей работы избирательной комиссии, избирательного участка номер 157. Будьте внимательны, мы все участвуем. В нашу комиссию не забывайте входить еще члены комиссии с правом совещать друг голос, который также имеет право голосования на наших собраниях. Избирательная комиссия избирательного участка номер 157, не имея возможности работать со списками избирателей в спокойной обстановке, постановляет удалить из помещения избирательного участка номер 157 кандидата депутата собрания депутатов муниципального собрания Кузнецова Георгия Александровича. Расшифровываемо, да, громко разговаривает, вызывая на конфликт членов участковой комиссии представителей правоохранительных органов, направляет видеокамеру на списки избирателей, делая вид, что разговаривает с членами избирательной комиссии. Данный факт является нарушением федерального закона о персональных данных. Подробности, естественно, я не описала, хотя можно было бы, да, и достаточно времени для этого. Итак, прошу проголосовать за удаление Кузнецов Георгия Александровича из помещения избирательной комиссии. Голосуют у нас все члены, и даже все члены с правом совещательного голоса, не только с правом решающего голоса. Голосуем. Если кто-то у нас имеет другое мнение, это его личное мнение. Так, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и с решающим 12, да? Против у нас есть такие, кто у нас правом совещательного голоса даже, да? Один. И воздержался. У нас есть комиссия. Подождите, вы у нас водитель. Можно идти на все. Извините, да, может быть, я как бы вас не проинформировала. Вам нужно было просто. Тогда, я не знаю, припас это за. Так, участка. Что это? Где должна быть? Так, мы вас ожидаем, да? Давайте, пожалуйста, где участок забыли. Так, и удержался. У нас есть еще один. Сейчас. Итак, большинством голосов комиссия избирательного участка номер 157 обращается, не решила, постановляет удалить участка кандидата в депутат Кузнецов Георгия Александровича. Так, обращаясь к органам, правоохранительным органам, да, можете приступать к своим бумагам. Так, будьте любезны. Извините, мне решение. Будьте любезны, прежде чем я удалюсь, я решение должен получить, и потом я сам уйду. Без всяких... имею право, да, действительно. Можете, будьте любезны, да, я подожду и предоставлю. Можете, сейчас... Я подожду и удалюсь. Как получу, сейчас я удалюсь. Да, безусловно. Да. Хорошо. Да, подождите, я получу, удалюсь. У вас нет никакого решения. Подождите, вот не шумите, дайте вот это заверить, теперь дайте. Оно было бы намного объемнее. Я все описывала бы, что происходило в последние двух часов.
должен оставаться. Все равно не заверить. Остаешься? Yeah.